1970-х страна погружается в брежневский застой. Абсолютная стабильность власти и относительное благополучие народа при невиданном росте цен на нефть. Первым в истории. Никогда еще так хорошо не жили. Доступна триада: квартира, дача, машина. Власти хватает от тебя внешней лояльности. В построении коммунизма не верят ни низы, ни верхи. И тут диссидентские требования гражданских прав и свобод раздражают своей еврейской неуемностью. Но вот почему именно медику Александру Подрабинику больше всех надо собирать информацию о применении в СССР карательной медицины, публиковать ее в самиздате и на Западе, получить за это 5 лет ссылки в Якутию, а потом 3,5 года лагерей. Человек, который спрашивает, куда ты лезешь, да, он не понимает того человека, который лезет. И наоборот. Это все равно сказать, вот зачем ты говоришь правду, когда можно соврать? Это же очень трудно объяснить. Зачем надо говорить правду, когда действительно можно врать?